Всем привет! Вы смотрите «Ананас Ленд» – канал с самыми актуальными новостями из мира шоу-бизнеса. Последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел на экраны почти полтора месяца назад, 21 февраля. Накануне стало известно, когда передача снова появится на телевидении. Анонимные источники на Первом канале сообщают, что в ближайшее время «Ургант» не выйдет в эфир. Вероятнее всего, программа закрыта до момента окончания спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что программу «Вечерний Ургант» временно сняли с эфира из-за переверстки сетки вещания. Но по некоторым источникам причиной стали протесты ведущих. К слову, сам Иван Ургант не комментировал информацию. На днях появились слухи, что он занимается вопросом иностранного гражданства. А его отец, Андрей Ургант, накануне прокомментировал информацию об израильском паспорте сына. Актер заметил, что не уверен в гражданстве Ивана. Вы смотрели канал «Ананас Ленд», ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, ждете ли вы «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала. «Ананас Ленд» – ананасовое настроение.